Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас BlackBerry Z10. Будем менять одну из самых частых проблем, которая на нем возникает. Это слот сим-карты. Снимаем батарейку. Вот он у нас. Покажу поближе. Не хватает одной направляющей. Она выломана. Разбираем телефон. Отвертка на Т3, достаточно мелкие болты. Снимаем заднюю панель. Плату снимать не обязательно. Покажу поближе. Слот снимать будем паяльником. Не советую греть, потому что если здесь можно закрыть защитным экраном, то сзади там у нас все залито компаундом. Наносим флюс. Прекрасно снимается паяльником. Берем припой. Таким вот образом отпаиваем аккуратно. Постоянно используем припой, дабы снять быстрее и легче. Крышку мы почти сняли. С другой стороны. Теперь аккуратно снимаем контакты, дабы не оторвать пятаки. Они очень тонкие, пятаки очень маленькие, поэтому нужно добавить флюс. Постепенно вторая. Третий контакт.
сняли. Вот они, наши контакты. Залудин. Все на месте. Лектор сим-карты. Снимаем верхний защитный экран таким вот образом. Сначала ставим нижнюю часть. Ставим строго по центру на свое место. Чтобы все контакты строго совпадали. Покажу поближе. Довольно тонкая пайка. Желательно использовать жало паяльника потоньше. Нижняя часть у нас готова. Ставим вверх. Обратите внимание, там есть пазы, которые должны встать на свое место. Вот мы поставили ее на свое место.
Припаиваем. Можно добавить флюса по ходу, если не схватывается. Аккуратно старайтесь ничего не задевать, потому что вокруг лектора находятся очень мелкие элементы. Резисторы, конденсаторы. Проверяем, чтобы ничего не шаталось. Очищаем все это дело техническим спиртом. Продуваем. Ставим обратно шлейф, вставляем сим-карту для проверки. Заднюю панель. Ставим батарейку. Пока загружается телефон, закручиваем болты. Пожалуйста, сим-карта, телефон запрашивает пин-код сим-карты. Это означает, что все мы поставили правильно. Сим-карта читается. Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. С вами был Дов. До новых встреч.